Приветствую вас. Хочу озвучить свой глобальный прогноз для России на 10 лет, до 2032 года. Первое. С 2022 по 2024 год будет произведена замена паспорта на пластиковую карточку с чипом. И присвоение цифрового номера каждому человеку. Карточка будет подключаться к мобильному приложению. Мой ID. Отмена международных бумажных виз. Второе. В течение 10 лет. Внедрение беспилотного общественного транспорта. Наземный и подземный. Третье. С 2025 до 2032 года ликвидация России и создание нового государства. Союз независимых свободных стран. В нее войдут страны Прибалтики, часть Украины, бывшие страны СНГ и ряд азиатских стран. Четвертое. С 2023 по 2027 год. Замена наличного рубля на цифровой рубль. Пятое. С 2025 года тотальный контроль и введение системы баллов за поведение, поступки и тому подобное. С возможностью обменять баллы на деньги. Шестое. С 2024 года введение нового экологического налога и налога на воздух. Седьмое. С 2023 года переход на дистанционное виртуальное образование. Очное образование станет доступно только элите. Восьмое. С 2028 года государство будет сортировать и отбирать всех детей по классам и определять их профессию. Родители больше не смогут влиять на эти функции. Девятое. В течение 10 лет 70% рабочих мест займут роботы. Десятое. С 2030 года вся недвижимость будет принадлежать государству. Люди будут покупать недвижимость в аренду на 49 лет. 11. С 2023 года водительское удостоверение будет заменено на мобильное приложение. Весь маршрут передвижения будут отслеживать. Всего вам доброго. До встречи в следующих роликах.